Часто при съемке спикер начинает двигаться в кадре и ходить из стороны в сторону. При этом он заходит за презентацию или за кадр. Наша компания решила эту проблему. Теперь камера автоматически следит за спикером, не позволяя ему выйти за пределы кадра либо за пределы презентации. И появилась возможность, когда спикер может рисовать на доске и отойти в сторону. С вами была компания «Видеодоска». До скорой встречи!